С начала ноября в дежурные части Смоленска стали поступать сообщения от граждан о кражах из автомобилей. Как правило, потерпевшие сообщали похожую информацию. Кражи из машин были совершены в ночное время во дворах жилых домов. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленника задержали на одной из улиц Смоленска. С какой целью кражи совершили? Тяжелое финансовое состояние. Как это получилось? Тяжелое состояние финансовое. Неработающий смоленин 91 года рождения сознался в содеянном. Свое финансовое положение он надеялся поправить добычей из салонов автомобилей. Это содержимое сумок, барсеток и кошельков. Ущерб по каждому случаю составлял от 2 до 100 тысяч рублей. В отношении него подразделениями Следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.